Палка для битья крапивы. Все мы в детстве били крапиву. Ну, не знаю, как вы, но мы точно били крапиву в детстве. Всегда. 2 года назад на Wildberries появилось объявление за 9 рублей. Палка для битья крапивы производства Беларусь. И много кто с этого кекнул, но не мы, мы слоупоки. Вот дождались только сейчас, когда на Озоне нашем любимом появилась такая палка за 2999. Мы взяли ее по акции. Господа, со скидончиком за 351 рубль. 1 рубль, ребята, за 350 не взять нигде. Анпакинг этой палки можете посмотреть в отзыве на Озон, ссылка в описании, прямо на товар. Это уже франшиза, это уже наши ребята петербургские делают, не белорусы, не оригинал. С соблюдением технологий и прочих-прочих плюшек, фишек. Это очень здорово, это классно. Что, в общем, входит в комплект? Это сертификат о соответствии. Почему-то ребята вот именно на нашей посылке не поставили печать, и что делать этот сертификат недействительным, к сожалению. Пишите в комментариях, есть ли у вас печать на сертификате или нет. Также в комплекте шла инструкция, подробная достаточно. Все-таки прибор сложный, высокотехнологичный, ну как без мануала обойтись? Эту палку мы решили испытать в реальных условиях. Погнали, посмотрим. Мы взяли, в общем, поддельную палку из алюминия Insta360. Ну это самый кал вообще из масс-маркета. Взяли трушную аналогичную палку, но поговаривают, что производитель другой, здесь логотип другой поставили. Ну и плюс тут непонятно, с какой стороны прицел и где рукоять. Вроде бы удобно брать, но замахиваться, честно говоря, не самый удобный вариант. Но у нас главный гвоздь нашей программы – это оригинальная палка с прицелом, купленная на Озон. Ссылочку мы оставим под роликом. Товар сертифицирован. У нас есть вот данное количество крапивы. Бьем под разными углами по 3 удара. Ну, неплохо. Вот так я проходил. Собственно, вот они срезы. Вот они надломы. Вполне себе качественный разрез. Кстати, ее вес комфортный. Я вот левша, мне левой рукой, кстати, довольно-таки удобно. То есть вес, эргономика. Даже воздух рассекает. Давайте пробовать вторую палочку. Нам прислали друзья из Ленобласти, собственно, вот такой вот раритет. Говорят, что это тоже старая палка. Прицел тоже есть, но он такой немножко. Давайте вот этот кусочек возьмем. Ну вот уже сразу разницу видно. Зацепилось. То есть прицел расположен с другой стороны. Он цепляет. Посмотрите, какие пенечки остаются. У нас еще есть в запасе совсем беспонтовая палка прям. Откровенная вот чушь. Она легкая, алюминиевая, это все не то. Не, ни о чем, ни о чем. У нее веса нет. Она прям не бьет. Она мнет ее. Она заминает ее, но не прорубает она стебли. Что могу сказать? В общем, обзор, я надеюсь, был более-менее объективен. Мне понравилась оригинальная палка. Это все мусор, это даже не рассматривается. Это вот на помойку. Как видите, выводы очевидны. Палка. Огонь, надо брать. Мы провели расследование. Крапива присутствует на нашей планете еще до появления человека. Ни одного англоязычного запроса про детей, которые бьют палкой крапиву, не привело меня никаким статьям, никаким исследованиям и даже к мемасам и фотографиям. В англоязычном интернете отсутствует полностью такая тема, как битье крапивы палкой в детстве. Поэтому будем рассматривать это как исключительно наш отечественный, я не знаю, постсоветский феномен. Избиение крапивы палкой произрастает корнями глубинки. Когда мы, будучи маленькими детьми, приезжали к бабушке и дедушке куда-нибудь в деревню, на дачу, крапивы было масса, и мы не любили ее, поэтому били ее палками. Знакомая бабушка внезапно обнаружила, что ее внук бьет крапиву палкой. И она спросила, кто тебя научил? Он сказал, никто не научил. И таких примеров масса. Мы нашли несколько видео, где очевидцы абсолютно случайно застигают детей в порыве избиения крапивы палкой и никак не могут рационально описать эту ситуацию. Вот одно из таких видео. Алис, Алис, а что ты делаешь? Крапиву сбиваю. Крапиву бьешь палкой? Да. А зачем ты ее бьешь? Чтобы не было крапивы. Можно было бы туда заходить. О, молодец. Нормальный ребенок растет. Крапиву. Ужалила? Ужалила.
Это генетическая хрень. Это у нас в спинном мозге, голова вообще не думает, видим крапиву, видим палку. Короче говоря, если ваши родители били крапиву палкой, то, скорее всего, у вас есть этот инстинкт. Крапива, хотя мы не считаем ее сорняком, на самом деле полезна для экосистемы. Это очень важный элемент всей природы. Крапиву можно применять в пищу. Из нее даже, по-моему, делали одежду. Крапива наш друг, поэтому мы ни в коем случае никого не призываем к насилию. Только если вы почувствовали этот инстинктивный зов предков, тогда вы можете купить такую профессиональную палку, ознакомиться с правилами и сертификатами, которые к ней выданы, и только после этого можете найти маленький участок и помутузить крапиву палкой. Главное правило крапивного клуба – бей с любовью. Кстати, у нас есть еще одна абсолютно новая палка в заводской упаковке, которую мы разыграем среди вас, дорогие и любимые чувачки. А все, что нужно для того, чтобы принять участие в этом мега-конкурсе, это написать коммент с каким-нибудь каверзным вопросом или интересным фактом о крапиве. Дерзай, чувак. С вами были Биба и Боба. Поддерживай отечественного производителя. Кайф. Палки. Торчики. Крапива. Крапива. Возьмем эту палку с прицелом сезона. Рука замахнется, крапива согнется. Крапива, крапива, мы любим крапиву. Сначала погладим, укусит, отвадим. Возьмем эту палку.